Олег, здравствуйте. Я знаю, что вы работаете руководителем отдела продаж программного обеспечения решений в компании «Алан». Сегодня я хотела бы поговорить о вашем новом решении на базе интернета вещей, которое разработано вашей компанией. Давайте для начала расскажите несколько слов о компании все-таки. Да, здравствуйте, Ольга. Компания «Алан» основана более 20 лет назад. Занимались разработкой ПО, продажей железа, софта. С 2005 года сотрудничаем с Microsoft. Неоднократные призы получали от Microsoft, партнера года. И теперь работаем в новом направлении и от интернет вещей. А скажите, какие еще тренды и, возможно, перспективы вы видите для вашей компании в будущем и в целом на рынке информационных технологий? На сегодняшний день на IT-рынке два несомненных тренда – это облачные технологии и интернет вещей. Мы давно начали развиваться в этой сфере, сами используем и активно продвигаем эти технологии. На их основе мы и создали наш продукт «Алан Бизшуранс». Расскажите немного об экспертизе вашей компании в сфере информационных технологий, об опыте и вообще, почему именно вы, почему именно компания «Алан»? Мы работаем с 2005 года, да, мы решаем 2005 года задачи заказчика с помощью решений Microsoft. Есть положительный опыт внедрения решений с крупными корпоративными клиентами и сегмента малого и среднего бизнеса. Все наши специалисты проходят ежегодную сертификацию в компании Microsoft. Плюс я бы еще отметил территориальное расположение нашей компании. Да, мы находимся в Ярославле, и это позволяет более пластично подходить к вопросу ценообразования. Скажите, а как в компании вообще появилась идея разработки такого уникального решения? Все достаточно просто. Мы слушаем наших партнеров, наших клиентов. Периодически слышим о форс-мажорах, да, там, например, выгорел сервер, прорвало трубу, скачок электроэнергии, напряжение, из-за чего происходит простой в бизнесе, то есть, если проще говоря, потеря денег. И к тому же не у всех есть план аварийного восстановления, если есть, то не все его проверяют. И мы решили застраховать наших партнеров не в случае форс-мажора самого, а непосредственно критически важные сервисы или данные наших клиентов. Скажите, а как технологии Microsoft помогли вам в разработке вашего решения? То есть, почему вы выбрали именно Microsoft? Ну, как я уже и говорил, мы с Microsoft с 2005 года хорошо взаимодействуем. Мы Gold-партнеры, по каким-то направлениям Silver-партнеры. Сами активно используем решения Microsoft и, естественно, внедряем у клиентов. А почему именно интернет вещей? Как вы к этому пришли? Все знают про умные дома, про управляемые удаленно вещи, процессы, да, предсказания внештатных ситуаций. Это технологии уже даже не будущего, а настоящего. И наша компания разработала инновационный продукт для обеспечения безопасности и непрерывности бизнеса наших партнеров. Да. Продукт называется «Алан Бизшуранс». Что еще можно сказать? Можно сказать, что Bizsurance – это комплексное решение по защите и восстановлению серверной инфраструктуры и данных, созданное на основе технологии интернета вещей. Bizsurance создан на базе новейшего аппаратного и программного обеспечения с применением облачных технологий, да, одного из трендов сейчас глобального. Алан Bizsurance устанавливается в серверном помещении и внедряется в инфраструктуру компании. Олег, расскажите поподробнее про аппаратную и программную часть. Вы сказали, что это комплексное решение. Да, это комплексное решение. Что касается аппаратной части, это набор датчиков. Они устанавливаются в серверном помещении, да, либо на сервер, либо на любой другой технологический узел. Исходя из масштаба помещения и степени пожароопасности, можно устанавливать от 1 до 200 датчиков. Мы можем отслеживать параметры состояния помещения, да, самого сервера.
Какие датчики мы используем? Датчики температуры, датчики давления, напряжения, влажности, ну, любые, задымления, там, затопления. Все датчики подключены к устройству, разработанному нашей компанией. И этот комплекс, он аппаратный, функционирует 24 часа в сутки. Что касается программной части, да, состоит из набора сервисов Azure и Power BI. Azure – это IoT Hub, он обеспечивает защищенное хранение и обмен данными, поступающими от оборудования, либо от, ну, из оборудования, которое находится в помещении. Система Azure Stream Analytics обрабатывает данные в режиме реального времени и выводит их на единую панель мониторинга. Панель мониторинга на базе Power BI. Это позволяет нам и специалистам клиента получать подробные отчеты по ключевым показателям с любого доступного устройства, что важно, в любое время суток. Наше решение в данный момент способно распознавать два основных сценария. Первый, если параметры состояния помещения или сервера изменяются постепенно, система создает и рассылает уведомления о восстановлении аномального события. Как это происходит? Да, то есть это email и SMS-оповещение. И, соответственно, сотрудники могут оперативно среагировать на происходящее. В случае, когда ситуация развивается по форс-мажорному сценарию, да, ну, это внезапный пожар, Alarm Assurance активирует автоматический процесс по отключению всех зависимых виртуальных машин и сервисов. Система дает команду в Azure Site Recovery для запуска их копии в облако или другой ЦОД. Да, то есть не обязательно копирование происходит в облако. Либо другой ЦОД заказчика в полном соответствии с заранее срежиссированному плану восстановления. Да. Azure Site Recovery, он обеспечивает аварийное восстановление данных, благодаря чему наш клиент не потеряет данные, не понесет потери из-за остановки бизнеса, из-за остановки бизнес-процесса. Да. В случае миграции мы берем на себя поддержку инфраструктуры клиента по модели IaaS, то есть инфраструктура в аренду и инфраструктура как сервис, до момента полного восстановления серверов или тест-служб организации. Олег, вы, наверное, изучали рынок и знаете, что вы уже не первый, кто разработал подобное устройство. И мне хотелось бы узнать, в чем уникальность именно вашего, как вы это видите, как вы это определяете и позиционируете на рынке. Да, это справедливое замечание. Есть решения, но они больше направлены на мониторинг ситуации. Да? И функционал подобных решений он достаточно ограничен. Наше же решение, оно является уникальным в своем роде. Основное конкурентное преимущество его – это интеллектуальный потенциал. Способность распознавать форс-мажорные ситуации и запускать процессы миграции данных заранее, да, что важно, в заранее заданное расположение, да, по желанию клиента, облако либо ЦОД. Alarm Assurance – это недорогое решение по сравнению с конкурентами. Кроме того, это не просто девайс для мониторинга, это уникальный сервис по защите и восстановлению данных, который мы реализуем по подписке, да, то есть для удобства клиента. Наше решение, оно универсальное и применимо в любой отрасли. Клиенты – это организации там, малого, среднего бизнеса, крупного сегмента. Это компании, которые хотят обеспечить непрерывность критичных бизнес-сервисов, да, защиту серверной инфраструктуры и данных, да, или перенести часть инфраструктуры в облако. Вот. А с точки зрения клиента, какие преимущества, какие выгоды они получают от использования Alarm Assurance? Преимуществ множество. Ну, например, да, это представление анализируемых данных в удобном формате, в удобном виде, да, с помощью сервисов Power BI или портала для управления. Это катастрофоустойчивость, отказоустойчивость. Это непрерывность критически важных бизнес-процессов. Да, ну, для примера, сайт онлайн-магазина. Да, он должен работать у нас непрерывно.
предсказания о возможных проблемах, выхода из строя оборудования, контроль серверное, оповещение, реакции, все это 24 часа в сутки. Мониторинг любого оборудования, любых технических узлов, да, например, кондиционер серверный. Возможность интеграции без шурен с системой управления ИТ-инфраструктурой, да, что позволяет создавать новые сценарии для управления ИТ-инфраструктурой. Да. Например, приведу пример в случае форс-мажора. System-центр Virtual Machine Manager может отдать команду на выключение ПК всех пользователей, чтобы не допустить дублирования сервисов в сети. Расскажите про перспективы развития вашего решения, что какие-то у вас уже есть планы, возможно, задумки, что будете делать дальше? Да, конечно. В ближайшей перспективе мы планируем разработать и установить внешние датчики температуры, систему газоанализа, разработать мобильное приложение для расширенного использования, да, для мониторинга и оповещений. А также для удобства использования BizSurance мы разработали портал управления как альтернатива для Power BI. Портал позволяет просматривать данные мониторинга в режиме реального времени, позволяет добавлять, выбирать просматриваемое устройство, автоматически определять на карте местоположение устройства, если их несколько. Права доступа разграничены, администратору можем задавать и управлять. Администратор может задавать и управлять всеми компонентами. Соответственно, обычный пользователь может просто мониторить ситуацию. Олег, спасибо. Это очень интересно. Я надеюсь, что ваше решение будете и дальше развивать и успешно внедрять у ваших клиентов. Да, спасибо, Оля. Всего доброго. Удачи. Спасибо.